Христос рождается. Славите! Христос с небес. Срящите! Христос на земли. Возноситесь! Пойте, Господи, вся земля. И весельем воспойте, люди. Яко прославится. Милости Божией, ангела-хранителя всем. Поздравляем всех с праздником Рождества Христова и желаем каждому человеку проводить жизнь по заповедям Божьим и душу спасти. Чистыми сердцами встретим пришествие мир Бога-младенца Христа. Мира, добра, тепла, долголетия. Здравия, спасения и помощи Божьей. Благополучия вам и вашим семьям. Благополучия и крепкого здоровья. Дорогие братья и сестры, православные жители нашего города, от всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником Светлого Рождества Христова и гражданским новолетием. Наверное, для православного христианина Рождество Христово является одним из самых важных и любимых дней в году. Мы вспоминаем не просто само событие Боговоплощения, но проявление великой любви Бога к человеку. В Священном Писании есть такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сам факт пришествия мир Бога и Его воплощения в человека является проявлением этой любви. А мы, как христиане, во всем должны следовать тому великому образу, который оставил нам Господь. И также должны следовать, конечно же, примеру Его любви. Особенно в нынешние, весьма непростые времена, когда не только жители нашего города, но все человечество испытывает особые трудности в преодолении охватившихся нас болезней, нашим ответом, христианским ответом, должно стать проявление этой самой любви к тем, кто ее ждет, тем, кто одинок, к тем, кто по каким-то определенным жизненным обстоятельствам не может полноценно разделить радость от Рождества Христова. Давайте ее поделимся, проявим эту настоящую Христову любовь в нас, и тогда мы будем смело себя называть детьми Божьими. С Рождеством Христовым вас! С Рождеством Христовым! 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 С Рождеством Христовым!